Если кому-то интересно, как я вытираю жопу, напишите в комментариях. Я сниму вам видео. Реманул какой кот. Смотри. Смотри. Тебе интересно, как я вытираю жопу такими ногтями? Реакция. Пацан просто описал всю картину, да? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я, как обычно, вам продолжаю показывать найтрешовейшие тиктоковские, ребята, ролики, как бы, и каждый раз этот зашквар увеличивается. Нет, я предвещаю сразу ваши вопросы, не было на ее канале ролика, как она вытирает то, что она пообещала, в принципе, да. Но вот такой он был, ребята, да. То есть люди вполне серьезно записывают ролики о том, как она вытирает, ну, скажем так, свою прямую кишку, да. Это изумительно просто. Но я понимаю, что как бы вот вы глядя на экран, вы видите, что там ногти по 5 сантиметров, типа как бы у нее люди интересуются, типа как ты вытираешь свое заднее отверстие, в принципе, с такими ногтями. Ну ладно, хрен с ним, как бы она, ну, специфический человек. Зачем вы интересуетесь, как она вытирает жопу? Вам что, это действительно интересно? То есть я просто представляю, вот я сижу как бы и думаю, как же она серево вытирает, а? Как интересно, а? Боже мой, вынос мозгов просто.